Я вижу, вы вернулись, чтобы послушать еще раз тесненских историй. Ну тогда давайте начнем. Билли Хэмбургер был диким проворным шалуном, и каждое Рождество хотел увидеть Санту за делом. Бен, проснись, проснись, Санта-Клаус у нас дома. Чё? Да, он попросил печенье и молока, но я не мог найти ничего и дал ему пирожные, которые были у тебя под кроватью. Ты что? Вау, тут как в пещере. Эй, чувак, я пиццу заказал. Нет, я заказываю тебе пиццу, не ты у меня заказываешь ее. Твою мать, никогда не любил чипсы так, как сейчас. Эдвард, у меня для тебя небольшой рождественский подарок. Нет, никаких больше сцен из «Сумерок». Ну извини. Ладно, народ, я ничего не понимаю, почему никто не хочет слышать, как мы поем? Может, мы просто хреново поем? Нет! Нам просто надо спеть другую песню. Да, ну да, почему бы и нет? Вот, блять, будь дерьмо весь прошедший год. Завалю твою сестру, сразу все пройдет. Вот, блять, будь дерьмо весь прошедший год. Завалю. О мой бог! Нас слушали больше, чем обычно! А это реально вкусно. Что это за мясо? А это мясо оленя. Я сам его подстрелил. Молодец, дружище. Скоро ты станешь таким же ублюдком, как и я. Надеюсь, что вам понравятся наши рождественские истории. Большинство из них основаны на реальных событиях. И если вы нас извините, мне бы хотелось за это выпить. Чувак, это молоко просрочено. Да не, оно нормальное. Счастливого Рождества, ребят!